Правительство республики одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. Основной финансовый документ Якутии на ближайшее трехлетие сверстан на основе прогноза социально-экономического развития страны. Эксперты отмечают, что бюджетный процесс достаточно сложный. Параметры прогнозируемой доходной части бюджета следующего года составили порядка 170 миллиардов рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме свыше 50 миллиардов рублей. Ну а расходная часть более 170 миллиардов рублей. Дефицит же госбюджета рассчитан на 1,5 миллиарда рублей. Отметим, что эксперты не исключают внесение корректировок в бюджет 2018 или 2019 году, как это практиковалось ранее. Безусловно, основные виды расходов, которые у нас увеличатся в 2018 году, это увеличение потребности на оплату труда в объеме 8,9 миллиарда рублей для достижения показателей исполнения целевым категориям бюджетной сферы по майским указам 2012 года. Но в этой же сумме есть и увеличение прочим работникам бюджетной сферы на 4%. Вот эти основные расходные обязательства, на которые при наличии тех же доходов чуть-чуть увеличены, нам необходимо изыскать источники. Вследствие этого и инвестиционная программа у нас принята в размере 8,6 миллиарда.